Всем привет! Сегодня история «Красная шапочка». Все концовки – хорошая, плохая и секретная. Начинаем! Я войду и встречусь со своей бабушкой. Ребята, оставайтесь здесь, ладно? Хорошо. Плохая концовка. Ладно, пойдем внутрь. Подожди, что? А где же красная шапочка? Она должна быть дома, где-то здесь. Но шапочка должна быть в этом доме. Ребята? Что такое? Что происходит? Надо наладить свет. О боже, что случилось? Как это? Все мертвы? Волк! Ты монстр! Смотри, что ты наделал? Ты убил всех моих друзей. А ты хочешь быть со своими друзьями? Да, конечно, но теперь они мертвы. Ты можешь присоединиться к ним. А теперь секретная концовка. Волк уже идет. Я слышу его голос и шаги. Мне нужно найти оружие, чтобы защитить себя. Я нашел лом. Волк! Ты действительно думал, что сможешь скрыться от меня внизу? Почему ты убил моих друзей? Они были прекрасным ужином. Ты скучаешь по своим друзьям? Да, конечно. Ну что ж, повезло тебе. Ты можешь воссоединиться с ними в аду. Что? Как насчет того, чтобы я послала тебя в ад? О нет, не надо! Получи это, бессердечный зверь! Месть! Давайте посмотрим, что у нас получится сделать, чтобы помочь шапочке. Что если мы сможем напасть на волка с чем-то из того сарая? Это хорошая идея. Я нашла несколько вил в сарае. Мы можем бросить их в волка. Теперь ждем, он должен выйти.
волк вышел. А, он меня бросил куда-то. Где это? Где он? А вот и волк. Атакуем! Ура! Мы сделали это! Вы очень хорошие люди, сильные герои. Спасибо вам очень-очень-очень. Вы действительно спасли наши жизни. Вы должны очень гордиться собой. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!